Со дня создания Чувашского батальона «Адал» прошел ровно год. 200 бойцов прошли спецподготовку на Урале и сегодня выполняют боевые задачи в зоне СВО. Добровольцы из Чуваши отвечают за координацию действий и качественную радио- и спутниковую связь между подразделениями одной из бригад Министерства обороны страны. В дни годовщины создания батальона «Адал» к бойцам на передовую приехали земляки, в том числе и представители Чувашского национального конгресса. На протяжении нескольких месяцев общественники плели маскировочные сети, которые вместе с необходимой экипировкой и предметами личной гигиены передали командованию именного батальона. Президент Чувашского нацконгресса Валерий Клементьев пожелал бойцам удачи и скорейшего возвращения домой. Мы, бойцы батальона «Адал», очень сердечно благодарим Чувашский национальный конгресс в лице Валерия Леонидовича за предоставленную нам гуманитарную помощь. Это сеть, маскировочные сети, они очень нужны сейчас, особенно в данный момент, сейчас зеленка.